Канале PolzaNet меня зовут Саня, и здесь у нас только тесты сейчас, стримы и, разумеется, бывают еще обзоры. Если вы видите этот стрим в записи, скорее всего, завтра будет обзор на Xiaomi Mix 2 Fold, Xiaomi Mix Fold 2, как хотите, так и называйте, на основном канале. Чем мне этот смартфон понравился? В первую очередь, он самый тонкий на рынке. Не берем разряд Huawei, потому что там другой форм-фактор, поэтому его продают уже ритейл наш любимый за копейки. Буквально вот сегодня начали продавать. Поэтому я не считаю, что это складной смартфон. Почему? Потому что XS, допустим, Huawei-овский, он имеет, получается, только один большой экран, а-ля как планшет сгибаемый. Эта вся штука имеет, получается, у нас три экрана. Это раз. Два. У Xiaomi плюс в том, что в отличие от того же смартфона от великого и ужасного Vivo, Fold Plus, который у меня был буквально 3 дня назад, там, может 4 дня назад на канале, у них нет у фронталки, у большой камеры выреза. И вот сейчас я стримлю на фронталку, разумеется, самого смартфона. Это Xiaomi-шная, получается, на наружном экране. Наружный экран по-настоящему большой, не как у Samsung-ов. Samsung я пока еще не тестировал, но и опять же я считаю их оверпрайсом, а потом девать их некуда. Авито завалено фолдами от Samsung. И пишем, как, кстати, микрофоны, как картинка, потому что это родная картинка, но в 720p. Трансляция, возможно, на Твиче максимум. Из интересного, разумеется, я вам скажу, что, конечно же, смартфон греется. Самый шикарный комплект, который я видел у фолдов, это здесь. И еще раз повторяю, что в моем понимании это огромный плюс, что у основного экрана здесь никаких нет фронталок. Я сейчас перехожу на геймплей. Напишите по возможности, как меня слышно, видно. Спасибо, что зашли. И геймплей дальше. Раскладываю экран в большой формат. Разумеется, мне придется это дело потом благополучным образом редактировать. И захожу в Apex. Надеюсь, что это дело не вылетит. Вроде не вылетает. Если что-то громко, либо наоборот что-то тихо, либо еще какие-то проблемы с трансляцией, пишите, буду только рад каким-то образом это дело откорректировать. Зашли. Содержимое недопустимо моего Твича. И мы вылетели? Нет, мы не вылетели. Мы не вылетели, друзья. Да, придется мне все это дело опять стабилизировать. Ну и ладно. Что мы хотим запомнить? 80% секундомер включаем и с большого экрана поиграем часик. Может быть, если смарт зайдет, я могу и по внешнему экрану поиграть. Но пока только так. Потому что нас интересует автономность здесь. PC-марк я, разумеется, прогнал его и с большим экраном, и с малым. 80%, чтобы не забыть. И понеслась поиск матча. Я Серж Робит. Что значит Робит? Тише, громче формулируйте. Микрофоны плохо работают? Робит. Сейчас я проверю. Раз, два, три. Раз, два, три. А, да нет, работают микрофоны хорошо. Повторяю, что это микрофоны родного устройства. Кому не лень, подписывайтесь. Если будете видеть, что идет стрим, то сможете участвовать, как раз общаться. А, все работает хорошо, отлично. Я имею в виду, что если во время игры будет слишком громко что-то, либо что-то тихо, скорее всего, мне придется несколько раз запускать это дело. Почему? Потому что у меня 30 с лишним уровень, 30 с лишним уровень, и, разумеется, противники здесь будут бодрыми. Не вылетел. Да, хорошо, что не вылетел. Кстати, я могу вот так его развернуть. И картинка получается не под любым углом, только на 180 градусов меняется у смартфона. Ну и ладно. У, получается, Vivo менялось в трех положениях, кроме одного. А здесь у нас только два положения. И
Сегодня все «Мандалорца» посмотрели первую серию, признавайтесь. Я еще думаю Steam Deck купить, но 1000 лайков мы не набрали на посте, на посту, на посте. О, что-то плохое творится. Так, я ведомый, ну ничего страшного. Если мы летим в Estates, скорее всего, все это будет очень быстро. Подфризивает. Температуру через полчаса, разумеется, измерю. Расскажу вам, что и как. И я вижу, что я здесь просто завис. Завис в локации. Все, отлично, успел. Есть, есть, есть. По минимуму есть. По минимуму все есть. Много друзей. Не вижу. Да, ошеломляющий успех моей стрельбы. Ага, если он его вручную убил. Что-то мне пока еще нужно будет привыкать к такому расположению кнопок, либо не знаю, в чем дело. Так, здесь у нас что? Здесь у нас ничего нет. Мне нужно нормальное автоматическое оружие. Стык, стык, привет. Спасибо, что зашел. Так, два у нас пистолета есть. О, наконец-то, хотя бы трайпл. Хотя бы трайпл. О, клиент. Так, и это не я его убил, ну ладно. Ну, во всяком случае, я пытался. А может быть и я, мне добавилось жизней. Так, ну все, понеслась. Какой-то маньячный у меня игрок со мной. Ноут X хотел, но курс жгет. Ну, курс, опять же, здесь AliExpress не особо при чем. Почему? Потому что ну, на бирже такой курс. Это я не пытаюсь никого никоим образом прикрывать. Так, вот он. Вот это вот у нас там что-то стреляет. Не вижу. Вот здесь покомфортнее, как, кстати, управление. Я не знаю почему. У меня в прошлый раз, помните, автоматически включалась стрельба, и это было вообще прям неудобно. Здесь автоматической стрельбы нет. Но, опять же, напоминаю, что здесь основная миссия у нас пообщаться. Тем, кто хочет лично в личку, лучше не писать. Вот так приходите на стрим, и все. Пока все работает, кстати. И... Квадратик, конечно, эпичный. Особо не постримишь так. Больше на издевку похоже, правда? Но, опять же, можно поменять экран и попробовать постримить по-другому. Но нас интересует автономность в лютом состоянии. Так, опа. И все уже, я не успел. Даже, как это называется, начать с товарищами со своими, зарубаться с ними. Что у меня с патронами? Патронов нормально. Так, он лечится. Значит, там кто-то есть? Почему лечится? Ага, да, кто-то есть. Уже убили. Ну что такое? Ну что значит игра с маньяками, да? Уже сняли. И... А у него и нет ничего. Поэтому так было просто снять его. Терпимо, как монитор 4 к 3, да. Как в старые добрые времена. Здесь кто-то кого-то вынес. Ну, говорю, ну довольно удобно по мне, что нет фронталки. Вот нет дырочки этой, которая мешает. И прям это дело радует. Что нету. Что-то тут какой-то заруб был лютейший. Всех покромсало. Дальше. Так, и... Угу, он со снайперкой. Я могу тоже. Угу.
Я могу так поехать? Нет, не могу. Не туда поехал. Ну ладно. Окей. Стоп. Вот там где-то у нас клиенты. Вижу. Вижу. Так, а где мой марк? Вот так ставить. Ага, ничего ж себе у меня жизни, не-не-не. Давайте-ка полечимся, потом будем зарубаться. Тем более два моих клиента здесь. А, это не есть good. Шаг в будущее через прошлое. Или шаг в прошлое через будущее, да? Как бы эпично это ни звучало. Раз. Два. И три. Все, можно нападать. Вот здесь я не понимаю, как бросать, кстати. Нет этой опции. Где клиент? Ага, получается, его кто-то вынес. И кто-то не мы, кстати. И не лутался потом. То есть кто-то сейчас прибежит лутаться. Получается так. Последний в скваде. Потом еще и спрятался. Вот АМГ норм тема. Ну все. О, еще и здесь. А здесь его, получается, вынесли, видите? Так. Эво. Что, и все? Ну ладно. Нет. Так, а куда, где он его нашел? Наверху. Модельки персонажей то толще, проще попадать. Может быть, но точно не мне. Кнопки неудобные. Так. Здесь уже все без меня пробегали, залутались. High tile loot area. Вот так вот. Лутаться по-серьезному здесь можно. И... Здесь ничего нет интересного. Здесь ничего нет интересного. Никого не слышу, никого не вижу. Так. И... Пока нет ничего, чтобы можно было брать. Может быть, вот этот вот делает. Это интереснее. Так, и... Есть! Наконец-то спинфайр. Патронов нету, правда, ну и ладно. Потом найдем. Ради такой штуки. Opening fire. Окей. Ага, они уже куда-то улетели. И как же его стрелять? Ну, смотрите, а кнопки этой нету, мне кажется, просто. Просто кнопки этой нет. Она где-то спрятана. Тип вообще лютейший. Просто пошел, вынес. Ну, правда, они были ботами. Может быть, на моем уровне тоже еще есть два бота. Феникс. Кампач. Так, а где они? Мои бегают здесь. И привет чатику. Привет, Universal Rus. Приятно тебя видеть. Мы решили Mix Fold 2 Xiaomi Mix Fold 2 потестировать. Я говорю, он лучше, чем пытались его представить в сравнении с Huawei. Я прекрасно понимаю, зачем, потому что нужно было Huawei эти продавать. И в серых магазинах, и в ритейле его море. Ну, как бы, окей. Продали, надеюсь, достаточно. Надеюсь, что сейчас не будут про него никакие небылицы рассказывать. Так, и... Есть. Мне кажется, я столько никогда не летал еще.
Мы, получается, на краю зоны решили побегать, чтобы кого-нибудь поймать. Хорошо так играем, уже 11 минут, и новой катки нету. Хотя, учитывая зону, мне кажется, что мы еще будем долго здесь бегать. Да. Если только туда все не придут. Бьют. Куда? Ага, где-то там. Кто-то куда-то убежал, мне кажется. Once I call an old painless, targets only have a few seconds to clear the field. Here I go. Так, мне кажется, сюда надо. Что, если они убежали, то сюда. Do you see the map? We're spread out quite far. Do you see the map? Yes. We see the map. Using grapple. А, может быть, он здесь? Нет, я не могу найти кнопку, это ладно. Клиентов нет. Да не вижу я здесь никого. Какой там снайпер? Реально думает, что он наверху? Наверху наш. Репликатор. Вообще как-то с одной стороны хорошо, с другой стороны не очень. Когда у тебя супер топовые друзья. Так, ну зона где? Так, зона не здесь. Зону надо бежать. Вот. Ага, прилично так бежать в зону. И вроде бы потихонечку мы пробираемся к зоне. Ага, неудивительно. Неудивительно, что у них там зона. Прям так много. Или они уже его унесли? Скорее всего, вы... А, нет. Смотри-ка. Так, теперь поднять крутого типа, пока мы в дыму. Пожалуйста. Что, прям нет никого тут? Ух ты, как хорошо-то он снимает. Все. Ну, я тоже молодец. Ага. Я-то молодец, только там еще кто-то живой остался. Есть. Саня, как ты думаешь, будут блочить всех китайцев? Я не знаю. Вот я бы вам сказал, если бы я знал. Я думаю, что блочить прям не будут. Будет вот такой головняк из разряда. Бегите туда, делайте то. Но покупать бы я, еще раз повторюсь, не стал бы. Поэтому, в принципе... Так, смотрите, как тут все так прям бодро. Here I go. Окей. Так, я думаю, самый жесткий заруб уже был, потому что шли конфликтные на нас. А сейчас идет, получается, просто... Кто остался, тот остался. Скорее всего, это типы, которые попрятались. Но свою миссию я считаю, что я выполнил. Я поднял серьезного типа. И теперь серьезный тип
может помочь другому серьезному типу. Компании играть все равно легче. Так, и... Ей... Опа! И где? Уже даун. Не вижу его. Ага. Вот он там. Не позволяем подняться. Есть. Ха! Смотрите-ка, я даже что-то сделал для игры. Ассистов 20 штук. Вот так вот. Команда. 13 лютая оверпрайс. Не знаю, что они с этим будут делать. Но подождем 8 числа, может быть, они выкатят все-таки скидку. В долларов так 250 хотя бы. Надеюсь. Потому что если они не выкатят, ну это будет лютая дичь, конечно. В этом случае, мягко сказано, все будет плохо. Так, и... Squad Riding. Ей. Что-то там еще. Очень жалко, что всему будет печально, но что делать? И Aegis Click, и Emperor. Мне кажется, что... Ну и ладно. Advance. А, они уже исчезли, все. Джангл. Круто. Universal Rus, что круто. 22 минуты, да. 18 минут у нас игры, и за 18 минут он съел 8%. Много. Это даже больше, чем наш великий ужасный вивовский аппаратик. Ну, посмотрим. Опять же, посмотрим, что и как будет дальше. Жалько, придется резать изображение. Сразу выгрузить не получится. На Steam Deck, кстати, так и не набили 1000 лайков. А жаль. Получилось 500 только. Значит, не надо делать на него обзор. Ну и ладно. И... понеслась. Что в следующее играть? Предложите. Может быть, в комментах вдруг кто-то будет смотреть полностью стрим. Но все равно до 1 мая я, наверное, буду играть в Apex. Но может и нет. Может в PUBG тогда? New State? В PUBG более-менее у меня есть скилл хоть какой-то. Да и здесь скилл есть. Waiting for other players. Все, дождались. Или дождались. Jungle. Yetxo. Зажигаем. Ничего ж себе у клика там. Эпичный игрок. Ничего ж себе, еще и выпускающий. Ну ладно, успеваем. И понеслась. Понеслась с высоким лутом. Главное выжить, как говорится. Так, и ничего тут нету. Отлично. Есть. Ничего ж себе, ничего нету. Набрали сразу же. Ну да, главное спрыгнуть там, где лут, а дальше уже все зависит от клиентов. То
То есть кто круто, так справится, правильно? Rampage. Вот так. Быстрая стрельба. В начале игры самое то. Так, кого-то у нас кинули уже. И как мне сделать? Что мне сделать? Что мне сделать? Не знаю. Я могу как-то его поднять? Глобал. Опа. Вижу клиента. Ничего ж себе. Ничего ж себе, как быстро. А почему так? Аннигиляция. Ага, вот почему. Испугался клика. Мне кажется, она его залутает сейчас и поднимет меня. Да. Все. Может, еще выживем. Как я так быстро-то проиграл? Стреляла, точнее. New State, конечно, эпично будет. Да, повеселее. Однозначно. Раз. Два. Ну что же, все, можно играть. С чего она меня стреляла-то так быстро? С аннигилятора обычного, с пистолета. Так странно. Наверное, начала раньше стрелять просто. Или брони у нее больше было. Есть. 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 Так, а куда нам бежать-то? Checking maps. Так, и здесь кто-то есть. Ну как так? Почему они так настолько лучше стреляют? Да, вообще эпично стреляют. Какая-то антимагия у меня. О, вот. Так, и... Ладно, может быть, у него броня была крутая. Правильно? Так, а теперь нам туда бежать. Ух ты, ёшки. Я не разобьюсь, нет, не разбился. И... Все, вдвоем живых. Так, наверное, надо бежать. Опа. Лутаемся. Рэмпадж норм. Надо валить отсюда. Надо бежать в зону. Stick together. А лут, конечно, уже лучше. Про стрелков. Про стрелков не существует. А дальше. Что-то пока все грустно. Не знаю, почему они в зону не бегут. Потому что зона не так и близко. Мне кажется, правда, на этом уровне мне одному не стоит бегать. Но
30 минут уже отстримили и 26 минут уже отбегали, как говорится. Могу и подождать, товарищи, в зоне. В зоне ждать проще. Или на краю зоны. Уже не добегут до меня, наверное. Они там лутаются. И из интересных смартов, кстати, я буду сейчас, наверное, обозревать яблоки. Потому что, первое, я завтра, скорее всего, выгружу обзор на великий ужасный MacBook M1, который, по большому счету, используется у нас только теперь для фоток с моим оператором Игорем. Точнее, им для фоток. И все. Так, и все. И все, да? Больше ничего нет. Need squad ban. Окей. Need squad ban. Так, здесь получаются одни ворота, и по-любому через них пойдут. Правильно? Больше у них нет вариантов. И все тихо. Опа. Очень странно, он шел с щитом. Так, а там кто-то еще получается? Там, наверное, кто-то еще, поэтому он убежал. Снайпер стак хер. Окей. Не вижу. Не вижу. Надо в зону бежать и все. По-любому они побегут сюда, если кто-то побежит. Угу. Все равно надо в эту штуку забегать. Или как-то они перепрыгнули ее. Ага, где-то там есть клиент. Ага, вот там. И... вижу его. Да, не успела я проявить себя. Спинфайр. Все, можно играть. Recharging my shields. Ну вот сейчас они молодцы, хоть в зону бегут. До этого экстремально, конечно, все было. Так, и дальше прыгаем в зону или просто осматриваемся. Есть. Есть, есть, есть. Почти. 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 В зоне. Так. И... о, ничего себе, он уже упрыгал. Ну, это самое такое место. Шикарно. Здесь у нас лут может быть. Или клиента. То и другое вероятно. Опа. Там они, получается, стреляют или нет? Не, нет. Пока никого нет. Пока все тихо. Опа. Здесь есть.
Вижу. Вижу, вижу, вижу. Наверху, внизу, внизу. Ух ты, как быстро-то. Опа, двое. А третий поможет, нет? И... Так, ну не получилось. Стиктрейк. Ну-ка. Он проф. Мне кажется, может, и победит. Нет. Кнокт. Посмотрим чуть-чуть. Тем более тип тот вообще просто встал. А, обидно, не добил. Ну-ка, клик. Поднимет он? Не, не успеет. Снимут их обоих. Хотя, может быть, и успеет. А у него только щиты сняты. Очумить. Такая вот магия. Ага, вот они двое. Посмотрим чуть-чуть, да? Плюсики поставьте, если посмотреть. Что они играют прям эпично. Это он пытается что-нибудь снять, чтобы поднять, что ли, или нет? Нет, он не пытался. Ох, как хорошо с ним. Шикарно играет. Как думаешь, появится в продаже глобалка на Vivo X90? Не знаю, посмотрим. Не уверен, что она будет. У них Ctrl-C, Ctrl-V девайсы, они слишком похожи. Вот как хорошо. Перебил всех. И опять поднимать, значит. Все. I'm not gonna make it. Вообще эпичный игрок. Просто эпичный. Уровень эпичности 100. Бейкон. Интересно, он меня будет пытаться поднять? Или это нереально? Нет, наверное, нереально меня поднять. Меня же нельзя восстановить. Не, они просто лутают. Или реально? Не, мне кажется, нереально. О, гетбэк. Смотрите-ка. Респауэн. Спасибо, подняли, пацаны. Ей. Очень круто. Бежать, бежать. Не успею я. Не успею. Очень обидно. Очень обидно меня распауну в кольце. Все. Что, еще раз распаунит? Не верю. Ну-ка. Прям эпично, эпично.
Все, ладно, выхожу. И то классно посмотрел, как играют профы. Типс. И... Next. Next. Play. Так, kick. Play. Классный игрок был. Пам-пам. Кто что интересного нашел? Сегодня на Али. Вот я не знаю, какие еще смартфоны сейчас новые. По-моему, никаких вообще не вышло. Сам уже жду новинки. Ну, получается, GT Neo 5. Это GT Neo 5. GT 3. И все. Что еще есть? И... Как же он долго-то думает. Безумно долго. Поиск матча, поиск матча, поиск матча. И уже 2 минуты ищет. Но это не максимальный рекорд, как вы помните. Бывало и дольше. Universal, ты самый живучий. Ей. Есть. Нет, не есть. Да что же за печаль-то такая? Starting match. Так, 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 так. Legends. Уже ищет все равно, правильно, пока. Details. Reach. Quick. Какая разница, какая штука на тебе висит, правда. По мне, не особо это важно. Details. А, мне бы больше подошло, знаете что? Мне больше нужно поменять управление. Где здесь оно? Settings. Controls. Custom. Окей, стрельба здесь пусть будет. Где вот эта вот штука, которая... Special Equipment. Ну и ладно. Сейф. Ничего, все еще 52. Да, эпичность зашкаливает просто. Скорость прогрузки. 40 минут. 40 минут. Напоминаю, что всем, кто смотрит, у нас есть еще и Инстаграм польза, инстапользаграм. Кому интересна фотография мобильная, милости прошу. Там только позитивные всякие штуки по мне. Много интересных фотографий. Мне кажется, большинство городов России, да и не только Россия. И да что ж такое? 4 минуты 13 секунд уже ищется поиск матча. Requests, accept. Он пойдет на рекорд. Но опять же, 5 минут это уже здравая мысль про управление. Это да.
Только все равно оно, по-моему, не так. То есть вот посмотри. Не понимаю я, где. Accept more. Нету здесь этой штуки. Ну и ладно, будем уже в режиме реального времени. 5 минут. Могли бы ботов добавить. Мне кажется, они уже просто забили на эту игруху. В следующий раз буду не в ней гонять. Что это, конечно, не дело. Когда 5 минут идет поиск, 52 было человек, сейчас 53. В чем смысл? Ну ладно. И 5 минут 39 секунд. Как вы тестировали устройство? Мы ожидали просто-напросто, что эта штука начнет работать. 5.50. Да что же за печаль-то такая? Не получается вырезать? Нет, не вырезать. Все равно же он поедает чуть-чуть. Мираж. Pathfinder details. Давайте этим. 6.17. Все. Больше в Apex я ничего не тестирую. Ничего. Последний тест в Apex. Что-то уже мазохизм. Лютейший просто мазохизм. Ей! 6 минут. Но все равно это слишком долго. В Ньюстейте быстрее значительно. Ищет. Все. И очень долго думает. Да, Universal. Жаль. Ну, с одной стороны, жаль, с другой стороны, New State выставить по максималкам, и он тоже есть будет не меньше вообще никак. Мне, кстати, Wi-Fi здесь два подключили. На всякий пожарный. О. Одни эпичные просто. Просто эпичные одни. Горизонт. У меня смутное ощущение, что меня сейчас вынесут быстро. С такой подборкой. Ну ладно, вынесут так вынесут. Осталось 15 минут продержаться. Я сейчас еще удивлюсь, если я буду выпускающим. Kill 7. Ничего себе, 107 уровень. А чемпиона 125. Очуметь. С телепортом. Я вот уверен, что они не на раскладушке и не на фолде, на каком играют. Но если он крутой, то он на Orbital Cannon прыгнет. Если... А, то есть это я. Хорошо. Orbital Cannon. Мне кажется, там уже кто-то сел. Но не факт. Не факт, что мы будем последними. И кто был последним, тот станет первым. Есть. Все, какое-то оружие уже есть. Уже можно играть. Здесь уже какой-то заруб. Заруб. Не хватает клавиатуры. О! Что-то где-то кто-то стреляет, или не глюк был. По сути, все подумали, что не стоит никуда прыгать. И не прыгали. Ну все. Лутаться и потом бежать в зону. Все по фэншую. И... Ага. Отлично.
Что-то приличное мы нашли. Даже с патронами. У меня тоже два роутера. Ну, у меня два роутера и два, получается, оператора связи, потому что уже отрубалось все. Ну, это не очень хорошо для блогинга, когда у тебя интернета просто нет и все. То есть ты даже ролик не можешь выгрузить. Так, и все, выбегаем. Вылетаем, я бы сказал. А, все, он теперь, видите, по этому... По кнопке работают. Ну и отлично. Управление это лучше. И лутаемся. Ничего интересного. Ни обвеса, ничего. Кстати, а второй где у нас? Второй, я так понял, уже убежал от нас. К друзьям ему. Слабовато. Или он лутается, как вариант. По зоне. Ну, будем параллельно ему идти, может быть, он выбежит. Будем надеяться, что выживет. Выбежит. Есть. Надо помогать. Уже сняли его. Ну вот. Уже сняли. Не успеем. А, это наш. Играть. Recharging shields. Так, теперь надо лутаться. И... Пока все норм. Free. Окей. Какая-то штука интересная, которая мне не нужна по-любому. О, оптику дали. Но не на этот. На этот, наверное, да. Ну и ладно. Так, они вообще лутаться не решили? Решили не брать здесь ничего. Очень странное дело. Если есть возможность полутаться, почему не полутаться, да? Replicated coming. Команда победителей. Ну, учитывая, что того сняли сразу, я не думаю, что команда победителей. Я думаю, что нас вынесут ближе к второму левелу, может раньше. Смотря, когда мы кого встретим серьезного. Что на таких уровнях один тип не решает. Так, все, он уже опять под, это, под стрельбой. Это вот постоянное желание одному играть. Уже двоих. Этого покромсало. Покромсало. Уже жизнями покромсало. Ну хорошо. Ага, все, они убили все-таки. Ну, ок. Ок. Они получается склад целый выполнили. Вот рампач, не то. Ну ладно. Окей. Опа.
Пока ничего интересного нет. Ну, кроме медиков. И броню эпичную нашел. Все. Хоть полутались удачно. Так. Так, все. Все лишнее выкинуло. Chicken maps. Chicken maps. Я заигрался уже 52 минуты. Такой вот темп. Так, что у нас здесь? Так. Там опять кто? А, нет, в этот раз Джордан бежит. Ну, его покромсало в прошлый раз. Я не знаю, откуда столько эпичности. Ну, ладно. Что, если одному встретить сквад, тут нужно быть уже очень крутым. Как в прошлой игре чувак был. Но опять же, он все равно поднимал своего. Средняя по крутости. Волшебный пулемет. Нету. Где же запасные магазины? О, все, у меня теперь шлем эпичный. Броня эпичная. Остальные мелочи жизни, да? Ну все, надо, наверное, идти в зону. К Джордану. Перепрыгиваем. Штатно. Хотя игрушка была хороша, по мне. Видите, на компе зашла. Понимаю, что на ней она работает. Опа. Сюда вот надо. О, позади меня много типов. Ладно, с этой стороны зайдем. А здесь есть? Нет? Нет, нету кнопки. Ну хорошо, ага, не успел. Хорошо, так меня вынесли. Сепарейт. Получается, нас двоих сняли. Жалко. Был хороший игрок. Так, оцениваем. 58% было у нас 80. То есть 22 за 56 минут. Ну нет, получается в среднем 25 также. Саня, все тентистишь. Ну да. Стык. Смеешься надо мной? Ладно. Может быть, 23% съест. И... Что законом запрещено? Не запрещено. Тестировать пока да.
пока еще не запрещено. Посмотрим, как оно дальше будет. Раз и два. Добавляюсь. Failed request. Ну, один играет, понятно. Второго могут еще поднять. Нет, все исчезли. Никто не хочет со мной играть. Так, ну смотрим. Прошлый раз 5.38 понадобилось для того, чтобы запустить эту игрушку. А, смеяться над стримером, я так понял. Да какие проблемы? Смейтесь, конечно. Вообще не претендую. Я говорю, во-первых, раскладка сама. То есть на смартфоне я играю нормально, более-менее. Здесь я вообще не понимаю, как. Потому что я играю в 4 пальца. Здесь надо играть в 2. Вот. И, ну, как это называется, плохому танцору что-то мешает. Но опять же, я не претендую. Так. Единственное, я сейчас не совсем понимаю, как мне стримить лицо. Но я потом переключусь и посмотрим. Все равно мне нарезать все это дело надо будет. Universal Rus. Классная штука. Осьминожка. Осьминожка. Минута 15. Мне кажется, он как раз в это время и особо не ест. 57%. То есть, когда ты играешь, он ест сильно. Когда ты не играешь, он ест не сильно. Хотя все равно поедает. Видите, процент он съел. И как минимум он еще 1% должен во время игры сейчас сожрать. Потому что экран большой, поедает быстро. Ощущение, кстати, как? Понятно, что неудобно на таком устройстве. Ощущение, что они молодцы, что они сразу чехол туда запихали. И вот эта подставка, она прям решает. И, наверное, если бы Vivo сделала то же самое, и, наверное, если бы у меня не было проблем со сканером отпечатков пальцев, у меня был бы какой-нибудь другой вердикт. А так у меня вердикт простой был. И, в принципе, я могу его повторить, что просто перехайпенное устройство за космические деньги. И все. Никаких космических камер у Vivo нету. Никаких, там, не знаю, супер приятных плюшек, когда ты получаешь устройство. У тебя, говорю, как у Xiaomi, допустим, чехол нету. Проблема со сканером отпечатков пальцев, по мне, это просто лютейшая дичь, потому что, ну, не для этого ты тратишь такие деньги, чтобы иметь такие проблемы. У нас осталась 1 минута, и если в течение этой минуты он ничего не придумает, то будем считать, что 56%, 24% в час он поедает. Вот, комплит. Нет, смотрите-ка, у него есть шанс. У него есть шанс еще съесть все-таки его реально. Да, 24-25 скорее всего даже. Если бы мы не прожидали там 5 минут, потому что у нас есть еще минута. В нормальных играх, значит, будет есть в Твиче где-то 25%. То есть за 4, ну это неплохо, неплохо. Осьминожка просто так или намеком? Не знаю, стык. Я вообще не понимаю намеков. Это, не знаю, моя суперсила, мне кажется, что я не понимаю никаких намеков. Так, все, переключаюсь я на фронталку, которая не фронталка вовсе. И сейчас мы смотрим. Ага, очень интересные дела. То есть все-таки фронталка, фронталка это. На основную камеру не включается. Смотрим. Вау. То есть у меня параллельно, смотрите, идет игра и... Так. Чехол, он даже отдельно заказал другой чехол, в итоге ходит со стандартным. Хорошо, но ему Vivo тоже, Samsung S23 Ultra тоже понравился. Я не знаю, чем кто ходит. Я знаю, что с Vivo уже никто не ходит. Вот и все. И экран лучше у Vivo. То есть внутренний экран более гладкий у Vivo, не у Xiaomi. Так, к чему мы это все? Огромное спасибо всем, кто пришел. Напоминаю, что работали здесь родные микрофоны. Напоминаю, что работала здесь родная фронталка. В среднем, значит, смартфон при одновременном стриминге в Твиче и игре в Apex, это последний наш заход в Apex, пожирает 25%. И огромное спасибо всем, кто дошел до стрима. Пишем в комментах, на что еще было какой-нибудь обзор. Но, по-моему, я уже приобрел все возможные устройства из интересных для себя. Для вас, возможно, нет. Доброй удачи вам, дорогие друзья.